Профессиональные геймеры Подмосковья в третий раз выясняли, кто сильнее. В Люберецком дворце спорта «Триумф» прошел финал областного фестиваля по киберспорту. Все внимание в игровые компьютеры, друзья. Мы начинаем, и как в любом киберспортивном турнире, хочется пожелать нашим киберспортсменам обойтись без травм сегодня. А если они и будут, то только виртуальные. Эти юные геймеры вместо мышц прокачивают мозг и развивают мелкую моторику. Капитан одной из команд финалистов, люберчанин Владлен Гребеньков, говорит, что игроку цифрового пространства присуще качество обычного спортсмена. Целеустремленность, уверенность в себе и, наверное, спокойствие. Его команда – участники и победители международных чемпионатов и онлайн-турниров. Владлен признается, чтобы поддерживать высокий уровень игры и достигать хороших результатов, его команда проводит перед монитором по 10 часов в день. Ну, проходили на какие-то международные чемпионаты, выигрывали онлайн-турниры. Максимальный призовой фонд, который мы выигрывали, где-то было 500 000 рублей. Ребята играют в доту – виртуальное сражение персонажей с различным набором способностей. Это одна из четырех дисциплин, представленных на подмосковном фестивале. Сегодня будет играть четыре дисциплины – CSGO, Dota 2, Valorant и Tank of the World. Каждая команда состоит из 5 человек. Играют по 2 команды в каждой дисциплине. Всего в отборе участвовали 80 команд. До финала дошли 8. Победители разделят призовой фонд общей суммой в 200 000 рублей. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.